Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – боротьба з онкозахворюваннями. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з раком в Миколаєві провели акцію. Містян інформували про небезпеку онкозахворювань та пропонували безкоштовно обстежитись на мамографії. Про те, чи можна убезпечитись від онкозахворювань, скільки на Миколаївщині хворих на рак та яку допомогу вони отримують, говоримо з нашими гостями. В студії Максим Безносенко, виконуючи обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства «Миколаївський обласний центр онкології», та Василь Запухляк, обласний позаштатний онкомамолог, завідуючи хірургічним відділенням мамології. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. За даними на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку понад 8 мільйонів людей помирають від раку. Україна вирізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності населення України. І разом із серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Будь ласка, Максим Петрович, Василь Іванович, а яка ситуація в Миколаївській області з цим недугом? Будь ласка. Добрий день ще раз. В Миколаївській області вона входить в п'ятерку з самим високим рівнем заболіваємості в Україні. В середньому наша заболіваємость по Миколаївській області на 10,6% більше, ніж середня заболіваємость по Україні. На 1 января у нас зареєстрованих онковыздоравливающих людей, которые находятся на нашем учете, 38 645 человек. За 2019 год было обнаружено 4 452 новых заболеваний. Скажіть, будь ласка, а є якісь причини, чому саме такий високий рівень захворюваності саме в нашій області? В нашій області такий високий рівень заболіваємості зв'язаний с географическим расположением, это с количеством солнечных дней, количеством ультрафиолетового облучения, которое приходится на летний период, летний-весенний период. Также кроме солнца, это степной регион, где более сухой ветер, и наши жители находятся с открытыми участками кожи продолжительное время на солнце. Миколаївці долучились до Всесвітнього дня боротьби з раком. Сьогодні на вулиці Соборній всі охочі мали змогу отримати інформацію про онкологічні захворювання та безкоштовно обстежитись на мамографі. Володимир Степанов та Сергій Куропятник побували на місці події. Будь ласка. Тетяна Герасимова один раз на рік обстежується у мамолога. Про можливість безкоштовної консультації на Соборній жінка дізналася від доньки. Чекає своєї черги. Я так думаю, що всі жінки, які народжували, мали дітей, які годували грудьми, я вважаю, що це обов'язково. Нормальні люди розуміють, наскільки це серйозно. Я вважаю, що всі жінки мають пройти цю діагностику, тому що у нас така екологія і харчування. Все отруєне. У виїзному кабінеті працюють дві лікарки. Перший етап огляду – консультація мамолога. Сьогодні ми проводимо осмотр жінок на предмет виявлення пухлин молочної залози. Огляд ми починаємо з моєї роботи, тобто ми проводимо пальпацію молочних залоз. Є дуже багато теорій розвитку онкопатології, але для молочної залози найбільш розвинутою теорією є гормональні причини. А так як на гормональні причини має вплив, перш за все, це нервова система, це стреси, це екологія.
Загалом огляд триває близько 20 хвилин. У разі виявлення будь-яких новоутворень пацієнтів спрямовують на подальше обстеження. Якщо ми виявили пухлину, ми відправляємо в онкодиспансер для проведення мамографії, для проведення пункції. Юлія Циплицька щойно вийшла з виїзного кабінету. Розповідає, пухлину неї не виявили. Роботою медперсоналу задоволена. Ну, не все дали направлення там. Все віддали, направлення. Якщо треба там, що підійшли, зателефонували. Загалом, дівчата дуже гарні, уважні. Все добре зробили. Молодці. Дякую їм. Акцію проводять щорічно. Виконуючий обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Максим Безносенко говорить, Миколаївщина входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю онкохворих. У 2019 році на обліку перебували 495 жінок з раком молочних залоз. Загалом прийом медиків у виїзному кабінеті тривав з 11 до 14 години. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – боротьба з онкозахворюваннями. Василь Іванович, будь ласка, це саме ваша парафія, ви онкомамолог. І чим небезпечно, якщо відтягують обстеження у лікаря? Ну, я вначале хочу сказати, для чого в нас виділені такі дні, такі акції проводяться. Дійсно, рак є однією з причин, основних причин смертності населення в світі. І після серцево-судинної патології є ведучою причиною смертності населення. І серед основних таких заболіваємостей раком молочна железа лідирує серед жінського населення. И уже статистически здесь были случаи сказаны. Статистика зарегистрирована в Николаевской области, 495 первичных случаев. Но по Украине, Украина занимает одно из ведущих мест постсоветских республик, которая является лидером по заболеваемости с Прибалтикой. И по Украине, если взять в среднем, заболевает более 16 тысяч. Первично женщин в год и умирает около 8 тысяч в год. То есть каждый час регистрируется случай рака молочной железы и каждые полчаса умирает женщина от рака молочной железы. Значит, что является причиной и какие пути снижения смертности и борьбы с этим недугом? Ну, основной и самый эффективный путь – это ранняя диагностика. Ранняя диагностика рака молочной железы. Ну, молочная железа в женщине не только является органом для кормления ребенка, она является символом красоты, символом женщины, воспета поэтами, художниками. И она приносит очень много неприятностей при таком грозном заболевании. Но при ранней выявляемости она очень эффективно лечится. Ранняя выявляемость – это ранняя диагностика. И основной путь ранней диагностики – это организованный профилактический осмотр в национальном масштабе. Это так называемые скрининговые программы. Они проводятся, как правило, это клинический скрининг, профилактический осмотр молочных желез раз в год клиницистами. Или более эффективный метод, который диагностирует даже ранние формы до клинического проявления, это маммографический скрининг, который в мире он организован в масштабах, в национальном масштабе, который имеет возможность экономическую проводить такие массовые обследования. Какие причины, почему возникает заболеваемость и какие пути борьбы с этим заболеванием? Несколько слов хочу сказать. Ну, молочная железа гормонозависимая. Вся ее функция и возникновение всех неприятностей – это нарушение гормонального баланса в организме женщины. Вот. Нарушение это приводит ряд факторов, которые являются, так и называются, факторы риска. Потому что в конечном итоге это гормональные нарушения, которые возникают после этих факторов. Основной фактор – это возраст. Возраст женщины вот, в основном болеет это в 40-60 лет, начинает в основной пик заболеваемости. Вот, это объясняется тем, что идет гормональная такая перестройка, когда снижается и реактивность, и появляется восприятие к этим пролиферативным процессам в молочной железе.
Вот. Второй это фактор – это репродуктивные функции женщины. Это функция лактационная, детородная, сексуальная функция. Нарушение этих функций ведет к дезгармоничным состояниям. И я не буду конкретно останавливаться на какие эти функции и, в принципе, причины, которые могут вызвать такие дисгармоничные состояния. Вот. Очень много факторов придается сейчас питанию. Питание и питание это пища, которая содержит животные жиры, высококалорийная, холестериновая пища. Вот, вызывает, в принципе, ожирение и обмен веществ с уклоном таким, что вырабатывается эстрогенная гормональная функция, и, которая является основной теорией возникновения рака молочной железы. Вот. Также необходимо сказать такие причины, как фоновые заболевания. Женщины, которые болеют такими гормональными заболеваниями, как щитовидные железы, яичника, хронические воспалительные процессы, как надпочечники, вот, сахарный диабет, является тоже фоном, в результате которого возникают такие дисгармоничные состояния. Очень важный фактор – это наследственный фактор. Вот, о нем тоже много говорят, и наследственный фактор, мы знаем, сейчас лабораторно даже определяется, если по первой линии, по материнской линии идет определение мутационного гена BRCA1, BRCA2, вот знаменитая Анджелина Джоли, которая на известность после этого тоже, и об этом много говорили, что сделали все операции на молочной железе после определения лабораторным путем, когда у родителей у нее были это заболевание, и она сделала такие профилактические операции. Вот, это доказано, это действительно является причиной. Имеет значение травмы, имеет значение лучевое воздействие внешнее, имеет значение применение гормональных препаратов, это контрацептивных препаратов и заместительные при климактерических состояниях. Василий Иванович, вот, то якщо жінка якомога раніше звернулась до мамолога, тим менше ризик захворіти на цю хворобу, так? Совершенно правильно ви говорите, я только об этом хотел сказать, что действительно женщина, основное зависит от женщины, самой женщины. Вот, медицина, конечно, имеет значение эти профосмотры, все, но основное поведение имеет значение женщины, образ жизни, ее контроль за молочными железами. И метод самообследования, метод самоконтроля, который проводится ежемесячно, имеет очень важное значение, которое пропагандируется в европейских странах, в Америке. И все женщины на душевых имеют памятки, которые говорят, что раз в месяц женщина или в репродуктивном возрасте, или в период менопаузы, она должна обследовать. Метод очень простой, доступный, экономически незатратный. И женщина, которая системно это делает, она четко может уловить те изменения, комочки, узелки, если появляются, шарики появляются в молочной железе. Это не значит, что это сразу опухоль. Это чаще всего мастопатия может быть. Но лучше обратиться к специалисту и проконсультироваться. И время имеет значение. Самый важный фактор – это время. Даже при маленьких опухолях бывает длительное время пребывания ее, оно может генерализоваться, и это будет уже запущенная форма. Поэтому, если женщина что-то заподозрила, лучше обратиться к специалисту. Специалисту, семейному лекарю сейчас, да, можно обратиться сразу или непосредственно к специалистам, гинекологу, мамологу. Не гайте часто, а негайно... Да. Звертатись провести, до лікаря. Обслідування спеціалісту. На сайті Миколаївської обласної ради розміщена інформація про виконання обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Ми можемо дати цифри на екран за 2018-2019 роки. Максим Петрович, будь ласка, прокоментуйте, що
придбана. Придбана ендоскопічна система для малоінвазивної хірургії. Так. В маї місяці 2019 року ми приобрели цю ендоскопічну систему, і з цього моменту ми розвиваємо малоінвазивну хірургію. Малоінвазивна хірургія, вона відрізняється тим, що во время проведення операції не відбувається розкриття живота, і хірург працює в брюшній полості через 3-4 маленьких 5-мм або 10-мм проколи, куди вводиться камера і вводиться маніпулятор. Це такі інновації, так? Это современное оборудование, сейчас, которое, так, по моему мнению, должно стоять в каждой больнице и выполняться всеми докторами. Это норма считается во всех западных странах, и без такого оборудования невозможно себе представить хирургию 21 века. Ее преимущество в том, что при обычной операции мы женщину или пациента держим в стационаре в течение 7-10 дней, в зависимости от того, какая по объему и по сложности произведена операция. С применением этих методик мы можем выписать на второй-третий день. Этим уменьшается и количество медикаментов, которые она получает, и количество осложнений. Но и травма, нету разреза, и это пользуется сейчас большой популярностью у наших пациентов. Мы освоили эндоскопические операции в гинекологии. Это пангистерэктомия, это операции на придатках, операции при выпадении матки. Также к нам подключаются очень сильно, это наши брюшные хирурги, которые освоили операции на желчном пузыре, операции для диагностического стадирования распространенности опухолевого процесса, также урологи, которые выполняют операции на почках. И далее, придбання системы, продолжите. Придбання системы радиотерапевтичного комплексу для брахитерапии. Здесь немножко распределено, это был один проект, который имелся финансирование. Повернули рентгеновский диагностичный. Это был проект по придбанню комплекса для брахитерапии, это гамма-терапевтичная установка Сагинова и рентген диагностично подібна С-дуга. Это оборудование уже приобретено, уже частично запущено в работу, в частности С-подібна дуга, это рентгеновский аппарат, который используется для того, чтобы мы посмотрели, где находятся электроды для брахитерапии. То есть брахитерапия – это гамма-терапевтическое лечение радиологическое, при котором не происходит облучение с расстояния, а непосредственно электрод с радиоактивным веществом вводится в саму опухоль. Это заболевание женских половых органов, матки, шейки матки. Это прямая кишка. В дальнейшем, я думаю, мы освоим заболевание лор-органов, пищевода. Также оно используется при заболевании рака молочной железы. С-дуга у нас работает с тем оборудованием, которое у нас уже до этого было. А далее, если можно. Будь ласка, наступный слайд. Сагинова. Это мультисорс HD, это следующее развитие его Сагинова, которое проведено. И это рядом, это джерело ионизующего выпроминания, это тот радиоактивный кобальт, который является источником для вот этого джерела. В данный момент у нас идет ремонт, капитальный ремонт радиологического отделения, который выполняется за финансированием совместным Державного фонда регионального развития и софинансирование с местных бюджетов, который, после окончания которого это оборудование Сагинова будет установлено, обучен персонал, потому что это самая современная брахитерапевтическая стойка, которая есть в Украине. И мы получим лицензию Державного инспекции Державного ядерного регулирования, и мы начнем работу сразу после окончания ремонта. Эти аппараты будут работать. Ну, ремонт не буде довго затягуватися. Ремонт рассчитан, это капитальный ремонт, в котором, кроме ремонта, идет приобретение еще двух аппаратов. Это гамма-терапевтическая установка Терабалт и компьютерный томограф для разметки. По программе ремонт будет производиться до декабря 2020 года. Основные аппараты, это Терабалт и компьютерный томограф, они уже закуплены и они уже находятся в Николаеве. Программа на 2020-2022 рік
вже прийнята. Що в неї ще передбачено, Максим Петрович? На эту программу мы рассчитывали, просим профинансировать нам приобретение оборудования, которое будет направлено на раннюю диагностику. Как и сказал Василий Иванович, чем раньше мы обнаруживаем опухоль, тем больше процент выздоровления. Поэтому мы включили в эту программу это современный видеобронхоскоп, видеогастроскоп, видеоколоноскоп. Также два ректоромоноскопа, которые нам необходимы. Скажіть, будь ласка, чи можна убезпечитись від онкозахворювань? Я розумію, що таке питання, але все ж таки. Є кілька способів профілактики. Так, як рекомендує Всемирна організація охорони здоров'я, це здоровий образ життя, це відказ від куріння, умірене употреблення алкогольних напитків, активный физический образ жизни и правильное питание может снизить риск возникновения онкологических заболеваний до 43%. И второй способ, это если это первичная профилактика, то что люди знают о браке, как его профилактировать, как вести для того, чтобы он не возник. И второй, это раннее обнаружение. Чем раньше мы обнаружим, тем проще будет и нам, и больше шансов у пациента. Особенно это хорошо, когда мы обнаружим не само злокачественное заболевание, а предопухолевую патологию. Это та патология, которая без лечения перейдет в злокачественный процесс. Но она не нуждается в таких дополнительных методах лечения, как химиотерапия, как радиологическое облучение. А чи є ліки, які гарантують повністю вилікування від раку? Чи немає таких ліків взагалі? Каждый год идет большими фармацевтическими компаниями многомиллионные исследования по развитию медикаментов от рака. Это наиболее востребованные медикаменты сейчас на фармацевтическом рынке. И уже было несколько волн этапов химиотерапии. Вначале появились химиопрепараты, потом они усовершенствовались, появились более мощные химиопрепараты. Сейчас идет тенденция к таргетной терапии. То есть таргетная терапия – это новый вид химиопрепаратов, в которых химиопрепарат воздействует непосредственно на опухолевую клетку, не повреждая соседние клетки здоровой ткани. И иммунотерапия. Как вы помните, в том году Нобелевскую премию отримали науковцы, которые разработали метод иммунотерапии рака. Это также разновидность химиотерапии, но в этом случае идет воздействие с помощью иммунной системы на злокачественную опухоль. Василий Иванович, ви зазначили, що ризик захворіти на рак молочної залози у жінок зростає з віком. А у чоловіків теж ризик зростає з віком? Да, мужчины тоже болеют раком грудной железы, и, к сожалению, они как-то находятся немножко, как говорят, под меньшим контролем, потому что заболеваемость среди мужского населения значительно меньше, 1 к 100 где-то. Вот на 500 женщин заболевших у нас примерно 4-5 мужчин в год регистрируются первичных раков. И, к сожалению, они часто, большинство запущены рак грудной железы. Значит, болеют, и возраст тоже, конечно, такой же возраст примерно, как и женщин. Мужчины тоже такая вероятность заболеть раком грудной железы. И лечение тоже такое проводится, как и у женщин. И, к счастью, в начальных, ранних стадиях оно эффективно лечится. В поздних стадиях намного труднее лечится, комплексно и малоэффективно. Но я хочу еще в отношении, вы задали вопрос в отношении панацеи, в отношении лекарства, которые излечат рак. Залишається півхвилини. Да. Лекарство у нас индивидуальный подход к людям. Для каждого пациента? Да. Зависит от многих критерий. Первое – это стадия заболевания, конечно, выявляемая, биологическая характеристика опухоли, женщина, возраст ее, сопутствующие заболевания. Короче, мы все эти критерии учитываем и проводим индивидуальное такое лечение, назначаем. И чем ранее начато лечение, тем оно эффективнее, тем малозатратное и мало используется методом. В начальных один хирургический метод может привести к полному излечению рака
молочной железы, если он вовремя проведено лечение. Максим Петрович, будь ласка, наостанок. Щось оптимістичне. Наостанок я хочу сказати, що рак – це не приговор. Если в основном люди боятся того, что я пойду к врачу, не дай бог, у меня обнаружат рак, и тогда я, со мной что-то будет, то так поступать нельзя. Если у вас появились какие-то симптомы, какие-то дискомфорты или выделения, бегите к семейному врачу, пусть он вас дообследует. При необходимости он направит к нам. И чем раньше это будет, тем больше шансов у людей здоровыми и полноценно жить дальше. Тим більше у вашому диспансері працюють висококваліфіковані лікарі. Це безпосередньо. Спасибі, що сьогодні знайшли час і завітали до нас в студію. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.